О том, что жертвами взрыва стали преимущественно немецкие граждане, Ангеле Меркель сообщил турецкий премьер Ахмет Давутоглу. Главы правительства пообщались по телефону. Уже выступая перед журналистами, канцлер в очередной раз призвала усилить борьбу с террором. Мы вынуждены констатировать, что террористы наносят удары повсюду – по Стамбулу, по Парижу, по Тунису и Анкаре. Сегодня международный терроризм снова явил свое уродливое лицо, поэтому мы должны действовать решительно и покончить с этим злом.